Бог – это такое замыленное понятие. И вот что это на самом деле означает и кто он такой? То есть Бог – это вообще вот просто создатель всего абсолютного, и вот этого материального и духовного, что мы тоже вроде как чувствуем, но совсем ничего об этом не знаем. То есть Бог – это все, он всевышний, всезнающий, то есть он, получается, он… Вот тут ветер дует, деревья растут, мы тоже там, допустим, пищу перевариваем, потому что Бог есть. И, то есть, поэтому он везде и повсюду, и в то же время он всего в одном месте. То есть, он такой вселикий, всемогучий, все-все-все просто. Все-все-все. Вот. И Бог всего один. То есть, есть там, допустим, Иисус, Аллах, то есть… Как вот правильно сказать конкретно, Бог это или нет, тут, мне кажется, правильнее было сказать, что это либо последователь Бога, то есть вот просто обычный человек, на самом-то деле, который, ну вот как бы пришел от Бога, там, через более высокую духовную планету на нашу Землю пришел, чтобы проповедовать. Может быть, это да, действительно сам Бог был в человеческом обличии, хотя, конечно, если так, то… убить его было невозможно. Потому что, ну, скорее всего, там синяя кожа и все остальное, ну, кто знает, тот понимает. Вот. И да, Бог всего один, Иисус, Аллах, Будда и так дальше, это, скорее всего, его проповедники, ну, или, может быть, он просто временно, либо его проповедники обычные люди, либо же он сам спустился на землю на время, чтобы проповедовать. Примерно так.